Ритуал на желание на колоде 54 карты. Первый ряд. Черный и красный джокер. Исполнитель желания. Говорим, какое желание. Второй ряд. Король пик, король крести, король червонный, король бубновый. Это силы, к которым мы обращаемся. Следующий ряд. Дамы. Пиковая, крестовая, червонная, бубновая. Мазь совпадает с королем, она под ним. Это посредники, духи. Третий ряд, вальты. Четвертый, вернее. Пиковый, крестовый, червонный, бубновый. Опять мазь совпадает. Это посредники, духи. Ниже вальты. Пиковый, крестовый, червонный, бубновый. Опять мазь совпадает с верхней. Это мир мертвых. И четвертый ряд десятки. Пиковая, крестовая, червонная, бубновая. Это исполнение желания. Остальные карты ложим в коробочку. Они инструмент для работы. Где материальный мир, двойки и тройки. Карты ложим и говорим. Одного черного джокера шлю к темным богам. И прошу их услышать просьбу мою. Второго красного джокера шлю к светлым богам. И прошу их услышать просьбу мою. Высшие силы, вместе соберитесь и исполните мою просьбу. Создайте круг, препятствия все устраните. Мне создайте времени круг, где просьба моя долетит до вас и вернется исполненным желанием. Прошу и заклинаю. Подержать 1-2 часа, лучше до утра. Откуп и дар – сам ритуал. Для самых сложных и долгих желаний подходит. После карты перетасовать и убрать. Через пару часов на них можно делать или другие ритуалы, или гадать.